потрогай. Не придешь, тебе дам. Да. Да. И что ты берешь там? Что такое? Тебе. Всем здравствуйте! Мы приехали всей семьей в парк-отель Берег Росс, который находится недалеко от города Геленджик. Здесь мы будем сегодня и завтра отдыхать, наслаждаться природой. Все это на берегу моря. Сейчас вам все покажем, сделаем небольшой обзор на этот отель. Также мы здесь сегодня забронировали баню с очень красивым видом. Попаримся. В общем, будем хорошо отдыхать. Вот такой у нас домик. Мы заселились. Я уже вам показал, что в этом домике есть, как он выглядит внутри. Получается, есть отдельная комната с двухспальной кроватью. Есть общая зона, кухня небольшая, диван, телевизор, столик. В общем, все, что необходимо для отдыха, в этом домике есть. Вообще вся территория этого парк-отеля, как они называют, я буду по-простому называть база отдыха, состоит из вот таких домиков, отдельно стоящие. Снимаете, приезжаете, отдыхаете. Есть домики, которые видовые, с видом на море. У нас вид немножко похуже. Но что было на выходные, то мы забронировали. Видите, есть домики дальше. Прям просыпаетесь с красивым видом. Можно пить чаек, кофеек и наслаждаться морем. Видом на море. Если будете рассматривать отдых в этом месте, то вот настоятельно рекомендую вам два домика. Домик номер 23 и за ним номер 22. Это два домика с самым шикарным видом, который только можно придумать в этом месте. Видите, какой открывается вид на море у них, красивый. А вот вдалеке стоит банька, в которой сегодня мы будем париться. Я уже вижу отсюда, как ее затопили. Через час мы будем там. Пока я погуляю по отелю, поэтому покажу вам территорию. Я думаю, что здесь можно и беседку снять. Вот такие беседки стоят отдельно, просто беседки. Приехать сюда и пожарить шашлычки, отдохнуть.
с хорошим видом, с красивым. Но если вы еще и домик забронируете, это будет отлично. Ну, по мне, конечно, вся эта история, вся эта база отдыха выигрывает только одним. Это шикарным видом. Наша банька сегодня топится. И вот есть такие два. Их называют Infinity чаны. Первый с холодной водой, второй с горячей. Уже ждут, греются. Ну и с таким красивым видом. Кораблики, море, красота. Я хочу сказать, что приезжать вне сезон в такие места, а у нас сегодня первый день весны, классно. Ну, людей немного. Погода отличная. Тишина, спокойствие. Можно насладиться. Летом, конечно, я думаю, здесь тоже отлично. Тоже классно. Но сегодня тоже будет прекрасный день. Видимо, план был грандиозный. Большой коттедж с самым шикарным видом. Но что-то не получилось. Начато и не закончено. Ну, очевидно, что не сезон, мороженое, пирожное, пиво, все закрыто здесь. Я так предполагаю, что это спуск к морю. Кто отдыхает здесь, так можно спуститься и покупаться возле моря. Сейчас я туда уже не буду спускаться. Завтра утром возьмем детей и пойдем прогуляемся вдоль моря, посмотрим, что там интересного есть. Здесь на территории есть кафе, но оно уже не работает сегодня. Но вообще, я думаю, что здесь можно и покушать, здесь и завтраки есть. И у них есть такая возможность забронировать дом, совсем включено. Завтраки, обеды и ужины.
Вот такая территория всей этой базы отдыха или парк-отеля Берег Роз. Я вам постарался показать его. Весь он небольшой. Я по кругу прошелся, все поснимал. Кстати говоря, у них на всей территории гуляют кролики. Я вам уже тоже поснимал их. Видите, вон беленький прыгает. В свободном доступе их можно кормить, гладить. Такая территория. А там нет улыбков? Не. Вон черный берег. Молодежь, не прыгай. Вот такая банька. Такие два Infinity Чана. Так они называются. Видите, если вот так присесть, то якобы можно представить, что вы прямо на обрыве, прямо над морем паритесь. Один чан с подогреваемой водичкой. Это вот этот вот. Тепленькая. Даже горячая уже. И чан с холодной водой. Прям холодненькая после баньки. И вот такой вид. Красивый. И сама банька. Я себе заказал дополнительно парение еще от банщика тут местного. Сейчас будет весь процесс под чутким контролем человека-профессионала, который будет парить меня, может быть, детей. И видите, вот так красиво можно тут прям наслаждаться видом после бани, выйти, подышать свежим морским воздухом. Зона отдыха здесь. Прихожая, где можно оставить вещи. Помывочная тут. И сама парилка. Парная, конечно, небольшая здесь. Но надеюсь, что пар будет качественный. Печка интересная. Подливается в специальное место. Порог должен быть хороший. Все самобытное. Ну, попробуем. Тут и еда как раз пришла. Мама, Тима! Ну что? Папочки, там холодные у мамы в воду.
Пойдешь, пойдешь. Сейчас, подожди чуть-чуть. О! О! Пойдем. А папочки. Здесь на тепленько, смотри. Вот тут, а сейчас привыкли, все стоит. Все стоит, все. Ой, мам, там 100 дельфинов идет. Да? Не, вон там дырочка. Иди ко мне. Ням-ням. Вода холоднее, пап. Это что там светится, я. Шикарный вид. Инфинити Чаны. Парк-отель Берег Рос. Я буду на... Сколько парень не отлично? Шикарная банька, но вид еще шикарнее, конечно. Чаек, берег Рос, парк-отель, баня на обрыве, только море дальше от вас. Что вас получилось? На этой прекрасной ноте сегодняшний день можно закончить. Встретимся с вами завтра утром. Доброе утро. Мы проснулись рано. Легли рано, встали рано. Решили прогуляться по территории, спуститься к морю, посмотреть, что за берег. И думаю, будем потихонечку уже выдвигаться. Еще у нас сегодня целый день. Мы будем гулять по Геленджику. Но на базе на этой уже нам особо сильно смотреть сегодня нечего. Спустились к морю, и, как оказывается, пляжа здесь, ну, почти нету. Вот все, что есть. Слева и справа уже идут скалы, на которых, ну, точно не покупаться.
с этих скал. Все сильно крутое, большой обрыв и, уверен, скользкое все. Но я предполагаю, что, скорее всего, вот здесь они делают понтон пластиковый, который идет, скорее, сюда, в море, и с этого понтона можно будет купаться. Но пока его здесь нету. Ну вот видите, в одну сторону берега нету. И вот в другую сторону тоже берега нету. Ну тут можно, конечно, чуть-чуть кое-где пройтись, но как такового берега нету. Вот такой получился обзор на парк-отель «Берег Роз», который находится недалеко от города Геленджик. Хорошее место, сюда точно можно приехать, отдохнуть от города большого. Здесь можно спокойненько насладиться и природой, и банькой. Ну, вы все увидели. Спасибо большое за просмотр, до свидания.